Всем привет, дамы и господа, с вами снова Александр, и сегодня я вам расскажу об одном из моих любимых брендов. Это корейская компания Daichi, модель называется First 7 360. С рождения до 6 лет рассчитано это кресло, это 0.1.2 категория. Что касается вообще бренда Daichi, вот мне очень нравится этот бренд. Они реально делают очень крутую продукцию, которая с ее прям со всей, вот на все 100% могу назвать премиальным продуктом, потому что вот то, как они сделаны, какие материалы здесь использованы, сборка, какие материалы в обивке. То есть, видите, даже такой козыречек есть, прям как на коляске, на хороший, бесшумный. Вот, это самый настоящий премиальный продукт, но в то же время из-за того, что он не так раскручен у нас на российском рынке, он стоит немножечко дешевле, чем те же Бритексы, Рикары, Максикози, ну и все вот эти вот всеми любимые бренды. Но я считаю, что недооценен бренд на 100%, потому что мне сложно очень придраться вообще к этим креслам, потому что сделано все хорошо. Что касается безопасности, соответствует, соответственно, всем нормам безопасности, доверять ребенка можно, дополнительная боковая защита стоит, подогнанная под iSize стандарт. В общем, с безопасностью все у них хорошо. Вот. Смотрите, это кресло, сразу давайте по креплению вопрос закрою, имеет систему Isofix. Здесь даже, видите, такая заглушечка стоит. И, соответственно, упор в пол. Мы защелкиваем кресло. Сейчас я его сразу у себя поставлю, чтобы оно не болталось. Вот, потом нужно упор в пол сдвинуть в самый низ, чтобы оно дало нам жесткость конструкции. Упор в пол нужен для того, чтобы оно не заныривало вперед. У кресла должно быть всегда три точки крепления. Обязательно Isofix или якорный ремень, или же, соответственно, упор в пол за место якорного ремня. В общем, с этим все хорошо. Смотрите, кресло, как в названии вы слышали, имеет возможность разворота на 360 градусов. Очень удобно. Приехали вы со своим малышом домой, забрали его, оставили его повернутым к двери и пошли домой. Следующий день вы приходите, поставили, усадили ребенка снова в кресло, развернули и поехали. Нужно вам что-то там, ребеночку, там, не знаю, покормить его, что-то в машине остановились, повернули, занялись с ребенком, чего-нибудь там вам нужно, покормить его или успокоить, еще что-то. Развернули обратно и едете. Вот так мы против хода движения едем минимум до 9 месяцев. Ну, производители рекомендуют ездить так до 15 месяцев. Но если ребенок позволяет, физически вы еще влезаете, до 15 месяцев ездите против хода. Это эффективнее, это безопаснее. Но как показывает практика, ну не ездят дети столько в креслах детских против хода. Ну, уже вырастают, им неинтересно. Но кто-то может. Соответственно, рекомендация такая есть. Но до 9 месяцев по-любому вы едете против хода и потом можете развернуться. Причем здесь внутри настолько хороший, грамотный вкладыш сделан. Я вам сейчас покажу. Здесь целый бутерброд вкладышей. Все на кнопочках, все так застегивается хорошо. Я потом подниму. Смотрите, здесь есть съемная боковая дополнительная фиксация и, соответственно, сам нижний вкладыш. Можно отдельно снять еще подголовник и потом только снимать под поясницу вкладыш. Поэтому по мере роста ребенка мы отсюда достаем все, что нам нужно, чтобы ребенок хорошо сюда помещался. И у нас открывается большой-большой доступ к самому креслу. Кресло большое. Подголовник, естественно, здесь растет высоко, потому что до 6 лет мы его используем. Ребенок пристегивается пятиточными ремнями со специальными резиновыми накладками на плечевой зоне, чтобы при ДТП кресло не проскальзывал ребенок туда, и от самого ремня меньше травмировался ребенок. Вот, собственно, все хорошо. Что касается ткани на ощупь, друзья, ткани, вот вначале сказал, ткани у Daichi просто великолепные. Такие ткани бывают обычно в самых дорогих немецких линейках. Вот есть просто какая-то линейка, например, у Britex того же, да? А есть еще
Селия, там, Марбл, там, Марбл, точнее говоря, вот, например, у Бритекса есть синий цвет, а есть Марбл тоже синий, но с более дорогой тканью. Поэтому вот именно здесь используется всегда самая хорошая ткань. Даже в любых версиях будет всегда хорошая ткань. Поэтому я говорю, недооценен бренд. Ткань очень приятная, очень мягкая, натуральная, гипоаллергенная, в общем, все хорошо. Вот. Что касается ухода за креслом, все очень просто на самом деле. Снимаем до 30 градусов, лучше вручную стирать, не используйте машинку. Вот эти вещи лучше вручную простирнули в тепленькой воде, высушили, одели обратно. Если будете стирать при высокой температуре, ткань сядет, и вы обратно не оденете ее. Вот, собственно, и все. Кстати, каркас сейчас хочу вам показать здесь. Кстати, по наклону, смотрите, здесь... Угол наклона, это очень хороший угол наклона при движении вперед. Голова не свисает, ребенок спит, отдыхает. Вот с комфортом здесь очень все хорошо. Сразу вам не сказал. Вот. Из таких приятных, интересных вещей, что здесь есть, помимо крутой дышащей ткани, здесь вентилируемый каркас, чтобы воздух гулял у нас под обивкой и ребенок меньше прел. Посмотрите, как сделано сзади, такой черный глянец, как рояльный лак. В общем, все нормально с креслом, симпатичное, дорого сделано, дорого ощущается, стоит дешевле прямых конкурентов, причем процентов на 20, наверное, приблизительно. И, соответственно, вот вам премиальный продукт за адекватный прайс. Еще в комплекте, кстати, идет вот такая штучка специальная. Сейчас покажу вам ее. Вот такая специальная накладочка. Она одевается у нас сзади на платформу, чтобы дополнительную жесткость придать. Одеваем накладочку на пластиковую платформу, и оно прижимается к кузову, не к кузову, извините, к сиденью, как распирает всю конструкцию и делает ее жесткой, всю установку. Поэтому используйте, вещь не бесполезная. Собственно, по большому счету, все, что о кресле я вам хотел рассказать, я вам рассказал, здесь сильно многое не расскажешь. Вот, но я очень рекомендую, если вы ищете что-то более-менее универсальное с рождения и очень качественное, прям вот суперски сделано, с хорошими, дорогими, приятными материалами, то вот, пожалуйста, First 7 360, обратите на него обязательно внимание, ссылочка внизу в описании на магазин Мир Автокресел есть. Если обзор вам понравился и был чем-то полезен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал, а вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И удачи на дорогах, пока!